дай мне отдать. Сань, Сань, что это тебе напоминает? Стеллу. А по-моему, ты... О, чувак, чувак, придумал. Я, короче, буду идти, да? Ты будешь меня снимать, а я буду рассказывать про Марсово поле из Википедии. Можешь помолчать? Мне нужно сказать. Спасибо. Чтобы вы знали, мы буквально в 300 метрах от второго увидели. 1-7-0-3. Артем. Денис. Денис. Я не побегу за вагонами. Вот. Пятый. Последний день нашего путешествия, нашего трипа, нашего приключения в красивый, прекрасный, замечательный город Санкт-Петербург. Что вы можете сказать, господа? Все нормально. Идем изучать город. Да, идем изучать. Спасибо за слово, господа. We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. Погода в Питере ощущается совершенно иначе. 20 градусов у нас, на улице просто невозможно находиться из-за влажности воздуха. У нас она очень низкая, и здесь прям... Влажность воздуха — это клево, ребят. Если в вашем городе есть влажность, ваш город крутой. Мы зашли в детское кафе. Ты не любишь, когда голову обрезаю, да? Три кафе, чтобы познакомить Дениса с дарами веганской кулинарии и показать ему, что мясо может быть не только из свинины, говядины, курочки, рыбы, но также и из растительного мира. Приятного аппетита всем, кто ест. А кто не ест, возьмите покушать и тоже кушать. Мне дали попробовать кусочек соевого мяса. Очень достойно для мясозаменителя. Им вполне можно плотно питаться. В общем, да, достойно. Но мясо все равно не заменить. Будет есть мясо. Нормальное, вкусненькое. Аминь. Аминь. Приятного аппетита. Дворцовая площадь. Самое популярное и самое бесполезное место в Питере. После бара 1703. Он просто не шарит. Все, уйди из моего влога. На ней мы можем наблюдать, ну, ничего, кроме... Сань, 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 что это тебе напоминает? Стеллу. А по-моему, это член с яйцами. У меня одного такое ощущение, что когда идешь возле Невы, и когда ты идешь возле Москвы-реки, это абсолютно разные две, вообще, как бы, реки. Максимально разные. То есть, как бы, очень похоже визуально, но ощущается как-то по-другому. Как-то, когда идешь гуляешь по Москве, возле Москвы-реки, там ощущение, но другое, там какой-то воздух не такой свежий. То есть от реки идет не свежий воздух, а с таким, знаешь, труповидным каким-то, разлагающимся. Точно не свежий. А тут прям идешь и реально веет Финским заливом. Думаешь, во всем виноват Финский залив? Да, а Финский залив — это Финны. Да. А Финны — это круто, да. Всем Финны, пацаны. Марсово поле. Пожалуй, вторая самая... Да не, что, потрясающая на вид, потрясающая на запах. Массовое захоронение людей. Потрясающее на вид, но ужасающее изнутри место. Здесь захоронены десятки, сотни, а может быть и тысячи людей. Разных полов, разных национальностей. С разными историями, с разными жизнями. Каждый из них уникален. Но все они, несмотря на свою национальность, цвет кожи, возраст и пол, стали едиными в этом замечательном месте. У тебя развлекательный канал. Какого? Нет, не только. Не развлекательно-познавательный. Развлекательно-познавательный канал. С яйцами. Да.
Сейчас, о, чувак, придумал. Я, короче, буду идти, да? Ты будешь меня снимать, а я буду рассказывать про Марсово поле из Википедии. В начале 18 века к западу от Летнего дворца была незастроена территория, которую звали Потешное поле. Мемориальный комплекс позади меня посвящен людям, павшим во время февральской революции, которые сражались за свободу России. Один, семь, ноль, три. Это Питер, детка. Ребят, мне нужно сказать. Ребят, можете помолчать? Мне нужно сказать. Спасибо. Летний сад. Место, где гулял Пушкин. Так. Место, где гуляем сейчас мы. Изначально этот парк строился Петром Первым как летняя резиденция. И место для отдыха. Место для проведения каких-то мероприятий, каких-то праздников. И просто прогулок с женой. Я чувствую, что не все. Нет, так было написано в Википедии. Знаете, где мы сейчас находимся? В летнем саду. Это не летний парк, это большая разница, запомните. Это место, где гулял Пушкин. Летний сайт это Летний сайт. Это место, где Петр Первый проводил свой отдых со своей семьей. Это место, где проводились различные праздники и мероприятия. А сейчас в этом парке гуляем мы. И сейчас в этом парке может гулять абсолютно любой желающий. Йоп, Артем. Вы знаете, откуда берется гравитация? Раньше в летний сад пускали только по воскресеньям. Но сейчас он открыт для каждого желающего. И любой, кто хочет насладиться потрясающими видами, может посетить его в любое время года. Что же в этой тайной арке дальше скрывается? Мы не знаем, но мы сейчас узнаем, что же там, что же там. Саня, знаем. Саня, что же там? Что в конце? Что же там? Что там? Не. Nothing special. Реально клево. О, гость сюда. А здесь там баскала. Мы зашли покушать в лучшее на свете кафе. Вы спросите, почему оно лучше? Секунду. Он даже в кадр не влез. Моя рука. Чтобы вы знали, мы буквально в 300 метрах от того самого, которого 1, вы видели. 7-0-3. Это Питер, детка. Приятно. Артем. Денис. Денис. Наташа. Нормально, можете играть, я не пытаюсь. Так ты так же говоришь. Да, потому что я ничего не понимаю, делаю чисто с тобой что. Что я могу сказать по поводу сегодняшнего дня? Это Питер, детка. Питка. Что еще можно добавить? Да ничего. А еще можно добавить, что... Питка. Да. А... Питка. Да. Ну я... Питка. Да, я думаю тоже. Да. Вы верно подметили. Приблизительно. Будет клевый кадр, если ты побежишь за вагоном. Ага, конечно. Это Питер, детка. Я не выйду за вагоном. Вот. Поплачь. Не бойся своих чувств. Шесть 6:30 утра. Ладно. Ровно 7 утра. 19 июля. Сегодня
Ночью мы, как вы видите, по нам не спали. А на самом деле, по мне на это, наверное, не видно, но... Пытка. Солнце. Это все солнце. Вопрос, почему это произошло? Ответ будет дома. Шестой день нашей поездки в Санкт-Петербург. Сегодня была ночь, которая останется в моем сердце навсегда. Я не спал. Не спал. Да, мы не спали. Мы пришли домой и легли только на буквально час. Поэтому шестой день. Ваше слово. Поддерживаю, и нам нужно выдвигаться. Спасибо же, ваше слово. Всем привет, дамы и господа. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Я был очень рад поделиться с вами этим увлекательнейшим путешествием. Но это еще не конец. Мы хотим разнообразить канал и другим качественным контентом. Но ваши любимые Road to будут выходить по мере наших путешествий. Если вам понравилось и вы хотите поддержать нас, то просто уничтожьте кнопку поощрения. Подпишитесь на канал и оставляйте ваши комментарии снизу. Удачи!